Привет! Сегодня мой видеообзор будет посвящен очень теплой парке для очень холодной зимы от производителя Andrew Mark, который называется Snorka. Как я уже только что сказала, это парка на очень холодную погоду. Она очень функциональная. Как я и говорила ранее в своих отзывах, это мой любимый бренд, поэтому я выбрала эту парку без особых раздумий, так как знала, что она сядет на меня очень хорошо. Верх этой парки водонепроницаемый, устойчивый материал к снегу, мокрому снегу, снегу, переходящему в дождь и просто дождю. Парка ветронепродуваемая, очень теплая. Состав у верха 85% полиэстер, 15% катон. Внутри эта парка выглядит таким вот образом. Обратите внимание, как она простегана изнутри. Такой вот себе пуховичок внутри куртки. Теплая простежка на вид, и при этом наполнение здесь не пуховое, это тенсулейт. Несмотря на то, что, посмотрев на внутреннюю часть, можно подумать, что парка может давать дополнительный объем, то скажу сразу, что это не так. Парка не тяжелая, она очень изящно смотрится в сравнении с такими куртками у других производителей. И для меня это, конечно же, большой плюс. Цвет этой парки черный. А внутренняя часть насыщена красного цвета. В области талии имеется такая шнуровочка, которая подтягивает шнурочек в области талии и делает талию более подтянутой и красивой, подчеркивает ее. Воротничок здесь достаточно высокий. В области шеи есть флисик дополнительный, капюшон глубокий. Мех очень такого приличного качества. Капюшон отстегивается. Также в капюшоне имеется такая вот стягивающая веревочка. Рукав здесь имеет такую вот резиночку текстильную, манжетик на запястье. Внутри имеются два карманчика. Один карманчик для мобильного телефона, второй карманчик чуть побольше, он на липучке. Снаружи также четыре карманчика. Имеется один карманчик внизу, такой большой, и один карманчик наверху. Точно такое же расположение карманчиков на противоположной стороне курточки. Размер это S, полномерный, на евро 34-36, наш 42 размер одежды. Как она садится, можно посмотреть на моей страничке в Instagram. Ссылка на Instagram есть на моем канале. Можете заходить, смотреть, как это все сидит, как смотрится по температурному режиму. Думаю, до 20 градусов по Цельсию эта куртка очень хорошо выдержит. В ней будет и тепло, и комфортно, так как она сохраняет температуру тела. А это самая комфортная температура для любого человека, так как в ней не жарко и не холодно. Застегивается она на молнии. Сверху идут такие кнопочки, они металлические, но лицевая сторона этих кнопочек пластиковая, для того, чтобы, в принципе, сохранить вот такую вот стилистику этой курточки. Смотрится она очень круто, материалы здесь используются достаточно дорогие. Бренд этот достаточно дорогой, эта куртка мне очень напоминает по качеству Woolrich, либо Canada Goose. В принципе, выбрала я ее, потому как знала, что она сядет на меня хорошо. У меня очень много одежды этого бренда, и садятся они замечательно. Они женственные, красивые. Я уже делала предыдущие обзоры и говорила об этом, мы еще будем говорить. У меня еще есть достаточно много одежды этого производителя. Будем все это рассматривать, смотреть. Заходите ко мне в Instagram, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои новые обзоры, которые будут очень скоро. И, в принципе, до встречи. Пока.